Привет моим зрителям, гостям моего канала. Меня зовут Запорожская Анна, и в этом видео я хочу показать и рассказать о палочке-выручалочке почти для каждой девушки, а именно, это фотоэпилятор для домашнего использования от Philips Lumea. Почему я пришла к фотоэпилятору для домашнего использования? До 25 лет я пользовалась исключительно бритвой. С 25 лет где-то до 29 это был воск или шугаринг. И с 29 до 31 я пользовалась салонными процедурами. Именно это был Элос. Он включал в себя и фото, и лазерную эпиляцию. Потом, естественно, рост волос у меня прекратился. Кстати, прекратился он только в зоне, где, естественно, я делала эту процедуру салонную. Это была зона бикини и подмышечные впадины. По рассказам подружек, я задумываюсь о домашнем фотоэпиляторе. И тут мне попадается вот такая вот стильная штучка Lumea от Philips. Мне он очень нравится, он стильный, красивый. У меня нету с чем сравнить, только вот салонные процедуры, поэтому, в принципе, я им очень довольна. Он очень прост в использовании. Достаточно избавиться от волос, где будет проходиться фотоэпилятор, с помощью бритвы или воска, кому как удобно, и обязательно, чтобы кожа была чистая, без дополнительной смазки, то есть без масла, без крема. Я обычно использую его после душа, мне так удобнее и комфортней. Включаем его. Он начинает тихонечко гудеть, как фен, потому что здесь идет система охлаждения. Выбираем интенсивность светового луча. У меня была двоечка, я начинала с двоечки, мне так было комфортней. Никаких болевых ощущений, никакого дискомфорта я не ощутила, поэтому я перешла на троечку. По ножкам я проходила сверху вниз или снизу вверх, кому как удобней. Что мне еще нравится в этом фотоэпиляторе, здесь есть индикатор. Он загорается зеленым цветом, если вы его приложили правильно к коже, тогда можно делать вспышку. Вот. И что еще мне в нем нравится, то что он очень легкий, стильный, красивый. Ну, я как каждая девочка на это обращаю внимание. Начинала я им пользоваться с ног и дальше потом пошла выше. На ноги у меня ушло где-то минут 10, может быть 12-15, но до 15 минут это максимум. Выше это в подмышечные впадины. Там я использовала также режим троечка, то есть световые лучи у меня были на троечке. Думаю, попробую, наверное, я и бикини, потому что не хочется тратиться мне на салонную процедуру. Поэтому на двоечке я прохожусь и по бикини, вот, и делаю даже глубокое бикини. И скажу, что дискомфорта я тоже особого не ощущаю. Есть легкое покалывание во время вспышки, но это не болезненно. К этому фотоэпилятору идет две насадки. Одна для всего тела, вторая для лица. Это тоже очень удобно. Кроме насадок фотоэпилятора, еще идет удобная сумочка для хранения, естественно, аккумулятор для зарядки. Кстати, огромный плюс то, что фотоэпилятор беспроводной, использовать его можно где угодно. Девчонки в соцсетях меня спрашивали, как часто им надо пользоваться. Я использую его один раз в две недели. Он у меня тест проходит 2,5 месяца, и вот сейчас я уже перешла на один раз в 3 недели. Также у меня девчонки спрашивают, как быстро придет эффект. Вообще эффект придет где-то через 4-6 месяцев, но у меня это все происходит гораздо быстрее, потому что до этого я использовала Элос, как я вам и говорила. И сейчас у меня, естественно, замедлился рост волос, я это вижу, то есть это радует. А в некоторых местах, в зоне бикини, например, местами волосы даже уже не растут, то есть это огромный плюс. Еще хочу сказать очень важный аспект, цвет волос, он не будет работать на седых волосах, на рыжих волосах, и на светлых волосах, и на темной коже. Также нельзя загорать, будь то солнечные прямые лучи или это солярий, и все из-за меланина. Как вы уже поняли, что фотоэпилятор для домашнего использования Philips Lumea у меня первенец, и сравнить мне не с чем, но я им, в принципе, очень довольна. Кстати, это будет отличный подарок как себе любимой на праздники, так и если мужчины меня смотрят, то я думаю, что вы уже поняли, что ваша вторая половинка оценит такой замечательный подарок к праздникам. Обязательно в комментариях пишите ваши способы избавления от нежелательных волос. И пусть у нас пушистыми будут только наши шубки. Ваша Запорожская, люблю, целую, пока-пока!